Что там у нас? Дракон отвезет меня прямо в ад? Еще немного, и я поверю, что ты не шутишь. Ладно, давай-ка найдем нашего парня. Каждый, кто войдет, должен перед уходом разделить великую боль, что сокрыта здесь. Такова суть сердца вампира. А ты весь такой, я смотрю, загадочный, а? Человеку не дано понять это, я знаю. 2 ноября 1916 года. Мы притащили сюда ученых. И что теперь? Они называют нас узколобыми кретинами, но и сами немногим лучше. В этом месте любой способен потерять рассудок. Они утверждают, что это какой-то храм. Чей храм? Устроенное место, чтобы убивать людей. И они нас тут убивают. Отовсюду выскакивают и... Превратиться в котлету. Надо как-то эту штуку отключить. Thank you.
прибыл на конечную. Эти места, ездовые кроты, существование вампиров зависит. Они объединяют технологию. А мне до этого какое дело? Я пытаюсь просветить тебя, хозяин. Ты бы спросил сначала. Thank you.
ноября 1916 года. Чудовища окружили нас и загоняют при помощи своих зверей. У них есть специальные твари для охоты, ужасающие подобие домашних животных. Сначала мы думали, что комната с клетками тюрьмы, но мы ошибались. Именно там они держат своих зверей для цели, постичь которые нам не удалось. Звери похожи на птиц, что кишат в траншеях, но гораздо больше, намного, намного больше. Возможно, это результат каких-то чудовищных опытов. Любой ценой надо избегать встречи с ними. Fire, you're waiting for me.
тебя уже видел высоко в небе. Я думал, мне показалось, а ты настоящий. Настоящий живой дракон. Чего это я должен тебе доверять? Что помешает тебе сжечь меня дотла в ту же минуту? Прояви сострадание, хозяин. Ты должен освободить Нагу, и его сила окажется на твоей стороне. Ты можешь многому научиться у драконов. Они древние и почтенные создания. Древние и почтенные, значит. То есть он такой же пустомеле, как и ты, да? Как ты можешь зрять реки? Когда демоны захватили этот мир, они заставили меня стать воином и нечистой армии ненависти. Помощи темнейшей пламени. Освободи Нагу, и ты найдешь медальон древний, могущественный артефакт, позволяющий повелевать драконом. Он вступит в наши ряды. Ну что же, мой дедушка скакал в бой верхом на лихом коне. Наверное, верхом на драконе примерно то же самое.